فالعنف لا يولد الا عنفا والكراهيه لا تولد الا كراهيه ولم يكن العنف يوم من الايام حلا ولا حسما لقضيه وان حصل مكاسب وقتيه ومرحليه فانه في نهايه المطاف خاسر ومن يقرا التاريخ يطلع على ذلك نموذج روسيا الاتحاديه في الوئام والانسجام والاندماج الوطني الايجابي نموذج رائع في السنوات الاخيره لروسيا الاتحاديه اعرق في العالم نموذجا رائعا في الوئام بين الاديان وبين القوميات تحت مظله رايه وطنيه واحده للجميع الحريه في اتباع الدين وممارسه العباد والافكار دون ان يكون لاي احد حرية في الإساءة إلى الآخرين أو كراهية الآخرين أو التحريض على العنف. سعدنا أيضا بأن هناك تشريعات تمنع أي أسلوب من أساليب التضرب أو التحريض على التضرب. لا شك أن هذه الخطوة إيجابية تضع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع التضرر ووأده في مهده. أداة الحسم الحقيقية في زمننا اليوم هي القوة. لم يعد للقوة الصلبة وهي المواجهة العسكرية حسم مطلقا كثيرا ما تأتي بتداعيات الهيمنة الحقيقية الثقافية والحضارية تأتي بالقوة من يمتلك مهارة التواصل ومن يمتلك الرصيد المعرفي المتميز ومن يمتلك القيم الأخلاقية العالية تكون له الهيمنة والسيادة الإيجابية ولكن لا يعني ذلك أن أوظف هذه الهيمنة توظيفا سلبيا بل تكون نافعة للآخرين مسقية الخير للآخرين من موقعي كأمين لرابطة العالم الإسلامي التي هي مظلة للشعوب الإسلامية والبالغ عددها حسب إحصائية رابطة العالم الإسلامي حوالي 1,800,000,000 مسلم حول العالم في البلدان العربية والإسلامية وبلدان الأقليات الدينية حول العالم من هذا الموقف من رافضتهم رابطة العالم الإسلامي ومقرها الرئيس مكة المكرمة أسعد بأن ألتقي بكم وأن أوضح لكم أهداف قيمنا التي نعمل عليها وفق رؤية ورسالة واضحة نعمل على التواصل مع الجميع ومد جسور الحوار مع مختلف أتباع الأديان وأتباع الثقافات ومع جميع القوميات ومع جميع دول العالم للوصول إلى هدفنا المشترك إلى الهدف الإنساني المشترك وهو إحلال الوئام والسلام في عالمنا ولأجل أيضا أن نكون وفي كل بلد في مختلف ديانات ومختلف
اندماجا وطنيا ايجابيا. عانت البشريه على امتداد طويل وفي عصرنا الحديث مواجهات لم تكن لها اي بلد، لم تكن لهدف توسع سياسي، وان كان هذا سلبيا لا يمكن قبوله، ولكن غلب على ذلك افكار كراهيه، افكار تطرف، افكار الاقصاء ورفض الاخرين. هناك есть идеологии, которые не хотят, чтобы никто, кроме них, не оставался на этой земле. Поэтому противостоит остальным мнениям. И многие организации, относящиеся к крайностям, к терроризму, в идеологии прилагают свои силы. И мы понимаем, что эти мысли, у них нет определенной религии, и у них нет определенного времени, и нет у них определенной национальности. Она присутствует во всех религиях, во всех представителях религии, и в большинстве народов, и в большинстве народов, и во многих странах. И нет у крайности и терроризма нет ни места, ни времени, ни религии, ни национальности. К сожалению, есть моменты, которые связаны с нашим временем, с нашим положением. Это преувеличение опасное со стороны некоторых идеологий, которые считают себя определенной национальностью или определенной религией, которые придумывают разные положения, которые подозревают определенную национальность или определенную религию крайностью или терроризмом. Мы говорили и будем говорить, что нет религии, религии, которая является приверженцем терроризма в истории человечества. Но в каждой религии присутствуют те, кто следует этой религии, и они являются крайными. Но является ошибкой. Но является ошибкой считать какую-либо религию терроризмом. Мы должны вести диалог, приблизиться к взаимопониманию и развивать любовь. И закрывать глаза на расхождение и строить надежды на будущее, на взаимосвязь. 10 из 100% из объединений, человеческих объединений, которые на самом деле стремятся и действуют для распространения добра и мира. Мы имеем различия, но мы ведем диалог, но мы пытаемся объединиться. Мы живем вместе, несмотря на наши разногласия. Мы имеем разногласия, но мы помогаем друг другу. Мы имеем разногласия, но любим, уважаем друг друга. Здравая логика принимает это, но, к сожалению, некоторые мнения не хотят этого. И опасность в том, что эти мысли, у них есть сила, которая может
хотя бы на определенном уровне, на определенное время может воплотить эти мысли в отношении других. Террористы и крайние, они не хотят, чтобы не было никого, кроме них. Они противоречат в этом. Мудрость в том, что Всевышний сотворил людей разными. Если бы хотел, Он создал бы их одинаковыми. Одной религии, один закон, одно мнение. Но Всевышний создал всех разными. И мы должны понять эту мудрость, что в этой жизни есть разные мнения, разные цивилизации, разные культуры. Это не означает, что мы должны оставить свою культуру, свою религию, свою цивилизацию. Мы гордимся этим. Мы довольны нашей религией, нашей цивилизацией, нашей культурой. Но должны находить общий язык с остальными. Наш мир нуждается в этом. Наш естественный закон с момента сотворения Земли до настоящего времени есть нужда в этом. В истории всего человечества, с самого начала сотворения до наших дней. Поэтому мы должны призывать к миру, мы должны призывать к взаимопониманию. Есть те, которые поднимают эти различия, с которыми мы должны работать с мудростью, которые мы должны исправлять, применяя мудрость. А также является нашей целью в нашей организации пояснить, что такое ислам, что это религия пришла для распространения мира и не пришла с целью войны, с целью ненависти, терроризма, устрашения. Мусульмане взаимодействуют и живут вместе, по соседству, рядом с остальными религиями. Террористы присутствуют в разных религиях. Мы видим, что есть те, которые исправляют, есть те, которые борются с ними, есть те, которые не хотят исправления, есть те, которые не хотят блага. Мы с ними должны бороться каким образом? Мягкой силой или суровостью? Мы должны с ними бороться мягкой силой. А тот, кто борется сурово, тот встречает в ответ суровость. Человек больше всего нуждается, чтобы быть открытым с другими, взаимодействовать с другими. Глобализация в этом мире позволяет нам сделать это. Но мы должны взаимодействовать с глобализацией, с человеческими ценностями. Мы должны принимать то, что приносит пользу, и отвергать то, что наносит вред. Средства связи несет в себе и положительное, и отрицательное. Но мы своим умом, своими ценностями взаимодействуем с положительным и отвергаем отрицательное. Отвергаем то, что противоречит здравым ценностям, и неприемлем это. Также человеческое понимание встречает в
встречает необходимо все, что со всем, что человек встречает в этом мире, он должен полагаться на логику, размышлять здравым умом для того, чтобы разрешать эти вопросы. Он должен видеть, насколько приукрашают посредством информационной пропаганды, приукрашивают ложь и выдают за истину. Поэтому необходимо не оставлять эти истины, встречать их и взаимодействовать, и влиять, в особенности молодежь, в особенности ценности общества, то человеческий ум, понимает и принимает в основном то, что ближе к нему, то, что он встречает в первую очередь. Если кто-либо пришел к определенным мыслям в первую очередь, или же к информации, то мы должны в первую очередь удостовериться в этом, обдумать, для того, чтобы эти мысли не были для нас теми, которые мы возьмем в свою идеологию без размышлений и без использования логики, здравого и нашего ума. Мы должны понимать, что это мягкая сила, лояльность, мирское взаимодействие, которое должно быть в каждом доме. Это они первые, которые пришли, нет, первые пришли. Это те, которые появились без визы, которые это суровые, это террористы, это те люди, которые пришли в первую очередь и представили человеку определенные воззрения посредством средств связи. Я не хочу долго говорить и укажу вам на третью цель, который занимается наша организация, это прислуживать человечеству, помогать, не различая национальности, не различая религиозной принадлежности. Наши двери открыты для всех, и имущество принадлежит Всевышнему. Имущество принадлежит всем. И помощь для всех. Мы работаем напрямую с правительством, и только через государство, через правительство мы предоставляем помощь, имущество, и в особенности делаем акцент на сирот, на вдов, на развитие тех нуждающихся государств. Я повторяю, что я очень счастлив посетить Российскую Федерацию, а также некоторые республики. И среди них это Республика Чечни и Республика Татарстан. Я очень горжусь тем, что встретился с разными личностями, правительственными личностями, с разными преподавателями и студентами университетов. Также у меня была честь увидеться с вами, встретиться с вами здесь и встретиться с ректором университета. И наша организация очень рада встретиться с вами. Я не хочу говорить долго, хочу дать вам возможность задать вопросы по этой теме или по другим темам. И насколько у меня есть возможность, я отвечу на ваши вопросы. Спасибо вам.
Меня зовут Арина, я студентка в университете в КФУ международных отношений. Я хочу спросить, задать вам вопрос. Я услышала, что Россия является примером мира и для вас, и все восточные, и для всех восточных стран. Какое ваше мнение о и что вы думаете, что вы скажете о Республике Татарстан? И мы рады встретить вас здесь в любое время. Имеем честь встретить вас здесь. Спасибо вам. Республика Татарстан, она больше, чем то, что я могу рассказать о ней и сказать о своем мнении. У меня есть очень большие чувства в отношении истории и в отношении этой республики. Я очень счастлив тем, что присутствовать в этой республике и видеть, как здесь дружно живут люди. Примерно за 2 часа я встретился с президентом республики. Это было очень важной встречей. И мы увидели в нем все приветствие и радость, и видели в нем мудрость правителя, который любит свой народ. И также мы встретились с разными ответственными людьми и с муфтием. Это было братская встреча, и мы поменялись разными мнениями, разными мыслями. И мы поговорили о религии, и также поговорили об ответственном за отношения с восточными странами. И мы не слышали издалека, находясь вдалеке, мы не слышали об этой республике. И встретившись, мы увидели здесь многое и были очень рады и счастливы. И нет сомнений в том, что подобно этому методу и пути, что это будет опытом, хорошим опытом для других. Отсюда, с этого примера, остальные должны брать пример, остальные народы. Просим Всевышнего, чтобы сохранил мир и сохранность в этой республике, любовь, взаимодействие, и чтобы процветала и развивалась эта республика. Спасибо. Меня зовут Абдул-Азиз. Я учусь в КФУ в Казани. У меня есть вопрос. Каким образом мне вступить в вашу организацию? А каким образом мне участвовать, как быть добровольцем вашей организации? Мы рады, и ты из них. Ты будешь из них, мы рады каждому, спасибо. Такой вопрос. Вы считаете, что في حل مشاكل الإرهاب الدولي أنتم تقولون ترجحون الرأي السلمي والتعاون وما هي الفعاليات
ما هي الفعاليات الأساسية والمعالجة؟ Конечно же, борьба с терроризмом в мире нуждается в трех вещах, трех вопросах. Первое – это самый важный вопрос. Это борьба с причинами этой идеологии. Это решать проблемы с идеологиями терроризма. Я не говорю о прошлом, потому что это отличается от нашего времени, от места. Но сегодняшнее положение на сегодняшний день терроризм не строится на политики, не строится на вооруженных взаимодействиях, но строится на идеологии, строится на идеологии терроризма. Некоторая молодежь, которая не имеет понимания, которая использует чувства, то, что используется в используется чувство молодежи, которое не имеет понимания, борясь и решая проблемы с этой идеологией, мы будем решать эту проблему, объясняя с точки зрения знаний. Недостаточно сказать просто «я против терроризма», я что моя религия, что моя цивилизация, моя культура против терроризма, или что это плохо. Это обязательно, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Обязательно я должен бороться с подробностями этой идеологии. Пример. ИГИЛ сам по себе. Мы в нашей ассоциации мы посчитали более 800 идеологических мнений, которые они посылают через средства массовой информации. Достаточно ли для того, чтобы бороться с ними, сказать, что я против терроризма и молчать, и сказать, что ислам против терроризма и молчать, или что естество человека против, или что религии против терроризма, этого недостаточно. И человеческие чувства, они мучаются. Им неприятно слышать такие идеологии, но необходимо, в первую очередь необходимо, чтобы было правильное понимание, понимание противоречащее терроризму. Поэтому бороться с идеологией возможно только идеологией. Посылы, идеологические моменты и те сомнения, те мнимые лживые доводы, которые они отправили в 800 посылах, они очень слабые, они не имеют подкрепления, потому что терроризм, его правило, оно в своей основе является слабой. Но когда они подхватывают молодежь, которая не имеет мудрости, не имеет знаний, не имеет понимания, и нет у них нет у них преграды, то вот опасность состоит в этом. Второе – это силовой метод, это войско, это армия, которая отличается от первого метода. Первый метод, который вырывает под корень, а второе – это больше похоже на то, когда человек срезает
срезает растение, а не вырывает его с корнем. Примерно 20 лет присутствует терроризм, и он, к сожалению, увеличивается и растет. Почему? Потому что конфронтация идеологии, она не борется должным образом. И следующее, необходимо прекратить вкладывание денег в организации, которые поддерживают терроризм, прекратить финансирование этих ассоциаций, финансирование экстремизма. Те, которые говорят, чтобы мы не хотим имущества, кроме как сворованное, мы хотим беспорядков. Также необходима безопасность государств, на уровне государства, на уровне правительства предоставить безопасность для общества и прекратить финансирование, бороться с финансированием терроризма. А также разные виды наказания, различные законопроекты, которые боролись бы и сдерживали терроризм. Нет сомнений, что с протяжением времени это прекратится, это будет иметь конец, как мы познаем это из истории. Была Первая мировая война, Вторая мировая война, были крайности, были идеологии устрашения. В истории человечества это было, в истории человечества это продолжается, но мы должны вступать в конфронтацию, мы должны бороться, мы должны прекратить это, да. ودكم بين هذا الخطاب المعتدل والتآخي بين الشعوب هذا يثلج صدورنا لأنه معاليكم تعرفون. Важно для нас. У нас есть ребята, которые присутствуют здесь, и многие из них изучают международные отношения, востоковедение, изучают ислам и те события, которые происходят в арабских странах. Мы хотим услышать от вас ответ, полноценный ответ о вопросе между Ираном, Турцией и Саудией. И я желаю, и я знаю положение и статус Королевского Королевства Саудовской Аравии, что идет большой диалог на Ближнем Востоке. И хочу, чтобы наши студенты услышали суть разногласия среди этих стран, чтобы вы объяснили. Я желаю, чтобы наступил мир во всем мире и в особенности на Ближнем Востоке. Да, все мы, в особенности мы, ассоциация ислама в Саудии, в Мекке, мы открываем наши сердца для мира и взаимодействия, для справедливости, но и все мы против любого политического метода, который несет в себе ненависть или же вражду, или же вмешиваться в дела остальных.
мы это не при... для нас это неприемлемо. Сфера религии, сфера политики, государства. И закон, наш закон этого не позволяет. И я думаю, что вы в этом со мной согласны. Я против любого метода вмешиваться в дела государства. И мы поддерживаем любое государство, которое защищает себя, которое принимает любые правила, законы для собственной безопасности, для мира, и которое борется с любым методом из этой части. Это и является правом каждого государства. Да. Я благодарю вас за лекцию. Это очень важно. У меня есть вопрос. В среду вы встретились с Сергеем Берловым. И вы сказали, что Россия — это пример для мира, пример для всего мира с борьбой, в борьбе с терроризмом. Почему вы так думаете? Спасибо. Да, я думаю так, потому что я свидетель этому, и не просто это является словом. Я на самом деле видел это. Я это видел на территории Российской Федерации. Взаимосвязь, взаимодействие между конфессиями, между народами. Наличие 193 национальностей на территории Российской Федерации живут в взаимодействии друг с другом, имея разные религии, живут друг с другом в мире и согласии. Нет сомнений в том, что это единственный пример для мира, с которого он должен брать пример. И это мнение подкрепляет то, что происходит на самом деле. Профессоров, хочу поблагодарить нашего гостя за прекрасную лекцию и за ответы. Шукран, шукран.